Всем привет! Решил снять видеоотзыв о заказе в магазине Pneuma24.ru. Сейчас перед вами лежит MP654K 20 серии. Наш пистолет сделан в Ижевске, Макаров, сделан из оружейной стали. То есть, по сути, копирует настоящий огнестрельный. Внешне, кстати, ничем и не отличается от огнестрела. Магазин вмещает 13 шариков. В магазине находится баллон, это очень удобно. Когда я его ставил сюда, баллон, вообще не было шипения, очень плотно сразу же прям стал. Либо я быстро и резко закрутил, не знаю. Из минусов в этом пистолете, это, конечно, вот предохранитель, он притирается со временем. Вот у меня уже начинает легче ходить. Но буквально вот вчера он очень туго ходил. Вместе с пистолетом шла, значит, документация и адреса мастерских. Так как я живу в Московской области, ближайшая мастерская — это город Климовск, и уже там по адресу надо идти. В документации упоминается о том, как эксплуатируют пистолет, что запрещается, как смазывают пистолет и т.д. и т.п. Также здесь находятся гарантийные талоны. На 14 странице свидетельство о приемке и об упаковывании. То есть тот, кто собирал сборку, это Лукин, в сентябре 2015-го, кто приемку произвел и кто консервировал пистолет. Пистолет был вот в такой вот промасленной картонной упаковке. Пистолет я, естественно, протирал. В комплекте также шел ключ для того, чтобы затягивать баллон, и уплотнители дополнительные. Также дополнительно к пистолету, вообще ко всему этому, я заказал 5 баллонов. Вот 4 из них сейчас у меня здесь лежат. И 5 в пистолете. И еще я заказал стальные омедненные шарики. 250 штук наши. Значит, как все было, как проходил заказ. 1 января я заказал, оплатил сразу же, полную предоплату сделал. Отправили 6 января, шло 6 дней, ну так как я в Московской области, тут для меня быстро идет. И, значит, 12-го пришло, 13-го я забрал, 14-го сегодня я уже вот снимаю обзор сейчас. Пришло все вот в таком пакете, обычно их используют для заказных писем, для бандеролей. Ну, здесь написано посылка, значит, адрес, вот адрес, куда я написал, куда отправлять. Прям скопировали один в один, поэтому если вы будете заказывать, обязательно пишите все правильно, чтобы не было ошибок. Чтобы на почте не было никаких заморочек. Значит, вы должны писать что? Значит, страну, область, район, если по возможности можете, и поселок, или город, я в моем случае поселок, и дом. Я вот упомянул, что нет квартиры, не знаю, это, наверное, мне не нужно было, в принципе, на почте. И обязательно индекс и полностью ФИО. ФИО тоже очень важно. Ну что ж, давайте потестируем. Сейчас в магазине 6 шариков, по-моему. Снимаем с предохранителя. Отлично. Хочу заметить расстояние вот до первой банки, там было где-то 4 метра, а до вот этой вот второй где-то 3,5 метра. Второй тест, уже большое расстояние, где-то метров может быть 8-10, вряд ли я попаду сейчас, но посмотрим. Сразу же с первого раза отлично.